Здравствуйте, уважаемые телезрители! «Позови меня с собой» – знакомая песня, вошедшая в репертуар Аллы Пугачевой и покорившая публику. Но кто же ее автор? Давайте познакомимся. Татьяна Снежина – популярная российская поэтесса и композитор, автор и исполнитель своих песен. Татьяна прожила всего 23 года, но оставила после себя много талантливых произведений. Ее поэзию знают и любят в России и за рубежом. Звезды эстрады поют ее песни, многие из которых стали хитами. В поэтическом сборнике «Позови меня с собой» представлены стихи, песни Татьяны Снежиной, ее рисунки, множество фотографий семейного архива автора, воспоминания ее близких и звезд эстрады. Лирика Татьяны светлая и печальная, но печаль нисколько не оттеняет ее, а наоборот, придает ей такое высокое, нежное и неповторимое звучание. Музыка ее стихотворной речи отличается доступностью для читателя любого возраста, потому что в слове, в образе и мелодии сама душа автора. Татьяну Снежину можно читать вечерами. С ней можно грустить и влюбляться, быть романтиком и мечтать. В пустынной задумчивой ночи, в усталых глазах фонарей, зима мне весну напророчит и много расскажет о ней. Опустит прохладные очи и скажет, что этой весной полюблю, полюблю тебя очень, что будешь всегда со мной. Открыв эту книгу, вы получите несравнимое удовольствие от общения с прекрасным миром Татьяны Снежиной. Приятного чтения!